Кандидатура Сарданы Гурьевой поддержана Госсобранием Алтумен. Председатель правительства Якутии Евгений Чекин представил сегодня парламенту республики Сардану Гурьеву на должность уполномоченного по правам человека республики. Также депутаты дали согласие на назначение на должность первого зампреда министра экономики Михаила Осипова. За проголосовали 54 и 57 депутатов соответственно. Обеспечение прав человека через работу с некоммерческими организациями, чтобы еще больше, так скажем, проявлялась социальная активность населения. Я думаю, что вот это момент, который может быть внедрен в работу, ну, более, наверное, масштабно в деятельности нового уполномоченного по правам человека в республике Саха-Якутия. Ну, также есть ряд обращений народных депутатов республики более плотно работать на федеральном уровне, потому что мы говорим о том, что республика наша большая, действительно, по территории, она особенно с учетом своей географии, с учетом климатических особенностей, и мы как раз можем все эти факторы природные, географические тоже использовать через соблюдение прав, свобод человека, гражданина.